В Люберцах прошел бизнес-ланч с участием главы округа Владимира Ружицкого и депутата Государственной Думы Романа Терешкова. На встрече обозначили проблемы, с которыми столкнулись предприниматели после введения санкций и рассмотрели возможные пути их решения. Возможно, мы можем чем-то помочь. Но основная помощь, мне кажется, от администрации – не мешать. Я думаю, вы это замечаете, мы стараемся не мешать. А там, где нужна помощь, мы стремимся реально помочь. В бизнесе все предельно конкретное. И есть такое слово «лоббировать», оно тоже нормальное, потому что если вопросы есть, если ты сам эти вопросы не тянешь, не двигаешь, не толкаешь, тоже ничего не происходит. Вопросов и предложений представители бизнеса озвучили много. Проблема закупки сырья и запчастей для промышленного оборудования, изменение логистических цепочек, увеличение закупочной стоимости материалов и сокращение рынков сбыта. Отдельно обсудили возможность предоставления грантов, льгот и мер поддержки бизнеса, разработанных на государственном и региональном уровнях. Я считаю, что необходимо срочно вернуть производительную пошлину на те товары, которые действительно мы здесь производим, и производим в достаточном количестве, не поднимая цен. Еще одна из ключевых тем, которую предприниматели обсудили на совещании – импортозамещение в современной российской экономике. Говорили о проблемах и возможных решениях. Есть ряд наработок у правительства Российской Федерации, Государственная Дума также принимает ряд законопроектов, которые позволяют сейчас бизнесу вздохнуть полегче. Но, безусловно, основная задача в ближайшие 2-3 года лежит в импортозамещении, потому что мы понимаем, что Россия может рассчитывать только на себя. Такие встречи в Люберцах проводят регулярно. Обозначенные на круглом столе обращения направят в профильные комитеты Государственной Думы, в Министерство сельского хозяйства, Минстрой и Министерство экономики Российской Федерации. Отдельные вопросы Роман Терешков взял под личный контроль. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.